Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Хочу поблагодарить вас за эту уникальную возможность в очередной раз ознакомиться с вашим творчеством и с вашими работами. Также хочу поблагодарить организаторов этого замечательного конкурса в уникальной возможности, которую они предоставляют вам участвовать в конкурсе и проявлять свое творчество. Детское творчество и также взрослые художники принимали участие. Конечно же, я рассматривала работы в отдельности, потому что детское творчество – это выразительность, взрослое творчество – это грамотность. Давайте посмотрим на мою оценку. Хочу предоставить к вашему вниманию работы, которые мною были оценены максимально, значит, в 9 и 10 баллов. Возрастная категория 6-7 лет, Лиза Мартинова, 10 баллов. Возрастная категория с 8 до 10 лет, Ульяна Костенко, 2 работы мною оценены в 10 баллов. Кстати, работа этой участницы «Морской пейзаж», я думаю, на мой взгляд, это наилучшая работа из всех работ, с которыми я ознакомилась. София Бричков и Элеонор Славкин, 9 баллов. Акварель, натюрморт, замечательная выразительность, несмотря на этот материал. Возрастная категория 11-14 лет. Анастасия Козырева, 3 работы, 10 баллов. Карина Шелегеда, извините, если я неправильно произношу имена, 9 баллов. Диана Миллер, «Осенний пейзаж», 9 баллов. Мирослава Наумова, София Школьник, 9 баллов. Работы Мирославы Наумовой – это портреты, 2 работы, мной оценены в 9 баллов. Возрастная категория 18 до 24 лет. Работы Ирины Камешаны Ардак Кудайбергенова, 10 баллов. Анна Гушева, 9 баллов. Дильяра Махмудова, Маргарита Сабиржанская, Матвей Железный, Татьяна Ершова, 9 баллов. Возрастная категория, чуть постарше участники, 25-30 до 30 лет. Анна Ломанова, 9 баллов. Ирина Хвалина, 2 работы, 9 баллов. Ирина Камышан, 10 баллов, «Зимний пейзаж». Ольга Пушкина, 10 баллов. Сабина Ахмедова, 3 работы, одна из которых мной оценена в 10 баллов, а две остальные работы 9 баллов. Татьяна Беглецова и Татьяна Коновалова, 9 баллов. Также категория с 20 лет, Любовь Березии, 2 работы, 9 баллов. И в завершении возрастная категория с 31 года до 50 лет, Анна Чичерина, 10 баллов. Замечательные работы и успешное выполнение, очень богатый внутренний мир. Не стоит забывать, что искусство помогает людям открыть больше себя. Вы, надеюсь, согласитесь со мной, что искусство позволяет уйти в свой мир, в этот мир своих представлений и мечт. Оно помогает оторваться от той действительности, какая она есть, и попасть совсем в другой мир. Именно поэтому роль искусства бесценна в жизни человека. Я очень рада была в очередной раз окунуться в этот мир, внутренний мир, который действительно очень интересный и замечательный. Хочу вам пожелать творческих успехов, здоровья, несмотря на очень тяжелую ситуацию во всем мире сейчас с вирусом, который вы знаете. Поэтому творческих успехов, всегда достигать своей цели и стремиться к этому. И до новых встреч. Привет из солнечной Греции. До свидания.